Приветствую вас. Давайте разберемся с тем, что вы написали. Во-первых, значит, по, так скажем, общему впечатлению, да, от вашего текста, хотелось бы сказать. Знаете, вы пишете про отношения, да, что у вас вроде как были отношения с парнем, да, что вот вы встречались несколько дней, вы говорите, ну, вы называете эту историю отношениями, вот, ага. Мне бы, конечно, не хотелось бы вас как-то разочаровывать. Да, то есть мне бы не хотелось разочаровывать и обесценивать то, что вы считаете, то, что вы думаете, да, то, что вы чувствуете, то, что вам, может быть, хочется, если хочется, и так далее, и так далее. Но, вы знаете, с большой натяжкой можно назвать вот то, что между вами было, да, отношениями, вот с очень большой, к сожалению, натяжкой, потому что, ну, потому что пару дней всего лишь, совсем чуть-чуть, вы провели вместе время. Даже, в общем-то, друг друга вы и не узнали, можно так сказать. То есть, ну, вы не узнали друг друга, да, то есть не имеете представления о том, с кем вы взаимодействуете. Вот. И есть очень большой риск, конечно, того, что вы просто себе все это нафантазировали, ну просто потому, что вам, например, хочется отношений, ну, вот, или вас покорила картинка это образ, но об этом чуть позже я скажу, вот. То есть, здесь вот история, в первую очередь, мне видится такой, да, то, что насколько ваши отношения являются, ну, объективно существующими. Ну, вот. То есть, что вы понимаете тогда вообще под отношениями? Что вы понимаете тогда под отношениями? Что для вас такое отношение? Вот. Это то, что мне вот кажется, нужно в любом случае прояснять, потому что есть у меня такое чувство, да, что вы и молодой человек совершенно по-разному представляете эти самые отношения. Вот. Дальше. Значит, вы пишете. Ясным умом понимаю, что, наверное, ничего не вернут. Ксения, а что именно вы хотите вернуть? Вот несколько более конкретно, могли бы вы сформулировать, что именно вы хотите вернуть, что конкретно вы хотите вернуть, что конкретно? Потому что пока непонятно, вот чтобы что-то вернулось, нужно понять, что возвращать. Знаете, у вас нет четко прописанного предмета возврата, то есть что бы вы хотели вернуть. Нет, просто нет. Знаете? Вот. Я не говорю, что вообще нечего возвращать, да, я, безусловно, не хочу сказать, что вообще нечего возвращать. Я говорю лишь о том, что предметы возврата, ну, как такового, не чувствуется, его не ощущается.
Вот. В силу того, что, а были ли отношения вообще у вас. Вот. А дальше. А, значит, следующий аспект. Так, встречались с молодым человеком, особо мне не нравился, просто картинка и покорил меня своей настойчивостью. Так, ну здесь сразу достаточно много важных фактов, но описанных вообще очень-очень кратенько. То есть настолько кратенько, насколько это, наверное, вообще возможно. Вот, что, безусловно, нежелательно, если вы все-таки обращаетесь именно к психологам, да. А если молодой человек вам не нравился, то зачем вы с ним, соответственно, тогда встречались, если он вам не нравился? А если он вам не нравился, то, соответственно, чем он вам не нравился? То есть конкретно чем? Далее, вы говорите картинка, просто картинка, но что вы вкладываете в это понятие, просто картинка, конкретно? Что вы вкладываете для себя в это понятие, картинка? Что это картинка? Образ, что это картинка? Совокупность каких-то внешних факторов, данных, чего-то еще или что? Какое значение эта картинка имеет для вас, да? Какое значение для вас имеет настойчивость? То есть вот, что для вас значит, да? Если мужчина настойчив, как вы себя чувствуете, если мужчина настойчив? Что это чувство дает вам? То есть, ну, какие ощущения оно вам дает в таком случае? Вот это чувство, которое вы испытываете, когда видите, что мужчина, да, он настойчив, да, вот. То есть это все необходимо определить. Это все необходимо определить, потому что это все ваша субъективная сторона, да, субъективная позиция. И когда вы говорите, что надежда еще живет, да, надежда живет еще, надежда на что? То есть надежда это желание. Надежда это желание с точки зрения чувств. И это довольно ограниченный спектр возможности реализовать свои желания с точки зрения познавательных навыков. Вот. То есть вы, грубо говоря, чего-то хотите, для себя, да, вам что-то нужно, вот, и вы видите для себя только вот одну единственную возможность удовлетворить это желание. Все больше возможностей такой, ну, вот, по крайней мере, для вас, да, больше такой возможности нет, судя по тому вот, что вы пишете. Вот. А это является, конечно же, искусственным ограничением того, что вам хочется. То есть искусственное ограничение средств по достижению ваших целей, по реализации ваших желаний, скажем так. Вот, что является, безусловно, неприемлемым. Это, я надеюсь, очевидно и понятно для вас. Так, дальше идем. Так, встречались с молодым человеком несколько дней, потом произошло волшебство, я поступила как разумно, не звонила, не писала. Так, встречались с молодым человеком несколько дней. Что вас объединяло, Ксения? Ну вот, серьезно. То есть вы говорите, да, что вы встречались несколько дней.
молодым человеком. Вот. Хорошо. Вы встречали несколько дней. Что конкретно вас объединяло? То есть встречались, грубо говоря, с молодым человеком вы по какому поводу, по какому предмету? Что между вами было общего, что вас связывало, что удерживало вас друг с другом? Вот. Понимаете ли вы, насколько это важный момент? Вот. Какие выводы вы для себя сделали, вот, когда встречались с молодым человеком несколько дней? То есть какое значение для вас это имело? Опять-таки, да? Дальше, потом произошло волшебство. Волшебство в чём? Так вы меня, конечно, извините, да, но я волшебства никакого не заметил. Так вы мне определили, что для вас волшебство, к сожалению. О каком волшебстве вы говорите? Заметьте, я не говорю, что его вообще нет. Я не говорю, что его не было, да? Не говорю, что не было волшебства. Я говорю скорее о том, что для вас волшебство. То есть, что конкретно и почему, да, вы считаете волшебством для себя. Вот. Это важно. Это важно определить. Ибо... Когда человек считает что-то волшебством, если это не является волшебством, то человек, в принципе, вполне может идеализировать. А когда человек идеализирует, он, соответственно, склонен переносить, вот, таким образом, свои желания на других людей. Вот, свои ожидания склонен человек переносить на других людей. При наличии собственно, вот именно идеализации такого типа. Вот. Знаете, потому и очень важно понять, что вы считаете для себя волшебством и почему, и чем, по-вашему, это волшебная история. Вот. Дальше. Я поступила как разумно. То здесь вы имеете в виду, скорее всего, что до этих пор вы как разумно не поступали. Поступали как-то иначе, плохо и так далее. Здесь нужно уже разбираться с вашим поведением. Что вы считаете неразумным поведением и почему? Каким, значит, результатом, последствием вас приводило ваше такое вот неразумное поведение? Какие выводы вы из этого делали? Из своего неразумного в кавычках поведения. Если это повторялось, то на каком основании? Что вы говорите себе каждый раз, когда поступаете, по вашему мнению, неразумно? Что вы говорили себе в данный момент, поступая разумно, по вашему мнению? Но вот часто ли вы себя обесцениваете? Часто ли вы себя ругаете? Как вы относитесь к себе? То есть, относитесь ли вы к себе хорошо, либо наоборот, часто себя как-то, бичуете, обвиняете, там,
да, принижаете, обесцениваете то, что, например, вы делаете, ну, то, что вы делаете и так далее, вот. То есть здесь, конечно, также очень важно вот это все понять и определиться с причинами, да, потому что поступать как разумное в отношениях, ну, это значит придавать излишнее значение отношениям. А излишнее значение отношениям придают всегда тогда и только тогда, когда они нужны. То есть вам отношения нужны. Для чего-то нужны. Вам для чего-то нужны отношения. Вот. Ну и, соответственно, то, что можно и нужно сделать, это в первую очередь вот и понять. А зачем нужны вам отношения? Для чего? Чтобы что? Понимаете? Вот. Это важно. Это очень важно, понимать, зачем вам отношения. Ну, вообще, в принципе, вы каким значением наделяете вот своего, скажем так, ну, молодого человека, да, вот какое значение он, да, имеет. Как, вообще даже не своего молодого человека даже, а любого молодого человека. Вот. Это тоже необходимо выяснить. Так, не звонила, не писала, а почему, Ксения? Понимаете ли вы, что в данном случае вы сразу придали вашим отношениям гендерную оценку, гендерную окраску? То есть для чисто полуролевого поведения, да, слишком мало прошло времени, то есть у вас ничего общего с мужчиной еще не возникло, чтобы полуролевое поведение начало играть, начало выходить на, скажем так, передний план. Вот. А вы уже, то, что первое не писали, не звонили, да, вы уже придали такое значение. Возникает вопрос. По поводу чего, опять-таки, вы строите отношения с мужчинами? На каком фундаменте вы выстраиваете отношения с мужчинами? Видите ли вы их именно как людей в начале? Или воспринимаете сразу как мужчин с далеко идущими планами? Ну, может быть, с планами недалеко идущими, да, может быть, сами-то планы у вас и недалеко идущие, но надежда сразу большая, что это будет мой мужчина, что это будет мой парень, что там, например, я выйду за него замуж, ну, там, создам семью и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть, в каком контексте вы человека воспринимаете, как вы его воспринимаете, какие желания у вас возникают в связи с ним, то есть в связи с его появлением. Хочется ли вам, допустим, там, я не знаю, делать его счастливым, молодого человека? Или вам хочется себя делать счастливым, то есть что-то делать для себя, через него? Допустим, вот, то есть это такие очень важные моменты тоже, на которые вам необходимо обратить свое внимание, вот. Потому что, ну, еще раз повторяю, да, вот при вашем описании ситуации, да, можно достаточно легко говорить о том, что
Вы мужчина, ну, просто используете. Или можете использовать для своих целей, для своих желаний. Вот. Причем не обязательно, что вы это делаете прямо вот, знаете, специально, да, то есть не обязательно, что у вас прям такая идея стоит, нет. Просто вы идете вот на поводу у своих желаний и все. По сути дела. Вот. И если пытаетесь контролировать свое поведение, то опять же пытаетесь контролировать свое поведение, вы в каком смысле пытаетесь контролировать свое поведение? Да, то есть чтобы что по итогу получилось? То есть какие критерии контроля вашего своего поведения вас имеют место быть? Да, то есть, ну, понятно, я надеюсь, что поведение, любое поведение, оно контролируется, исходя из какой-то конкретной цели. Вот, вот вы свое поведение контролируете, ради чего, зачем, для чего вы контролируете свое поведение? Какой цели хотите достичь через контроль своего поведения? Дальше идем. Так, значит, в итоге он написал мне первый, и что? Потом исчез на день, я выжидала паузу. Вот опять, интересное у вас поведение, да, вы пишете, что выжидали паузу. Выжидали паузу, почему выжидали паузу? Чтобы что? Какие у вас были чувства в этот момент? Да, то есть, вот, вы встречаетесь 3 дня, да, вы уже какую-то паузу выжидаете. Вот. То есть, знаете, очень быстрое вовлечение, как будто бы, в отношениях произошло у вас. Вот, причем даже... не совсем понятно, вы знакомы с парнем 3 дня, или вы встречаете, или вы именно с ним только 3 дня встречаетесь, а знакомы вы больше, но в таком случае нужно выяснять то, что вас объединяет, да? Вот, тут это в любом случае необходимо знать, что вас объединяет и что у вас общего. Вот. И если вы знаете друг друга давно, да, то есть если вы знаете друг друга вот уже не первый день, то тем более тогда надо бы прояснить ваше поведение. То есть если вы знаете друг друга давно, то почему, по какой причине вы общаетесь так, как будто вы только друг друга знаете. Вот, а если вы знаете друг друга недавно, то непонятно тогда ваша вовлеченность в отношения. То есть именно вот субъективная сторона, да, то есть я не буду говорить о том сразу, что вы боитесь отношений, что вы можете их опасаться там, и так далее, я этого не знаю, и, соответственно, пока не будет проведен дополнительный анализ, говорить об этом, на мой взгляд, нельзя, да, то есть, конечно, может быть, но нет, не хотел бы. Вот. Пока просто ориентируемся на то, что вот у нас с вами есть. Есть у нас такая ситуация, что простречались вы пару дней, вот, вы выжидаете почему-то паузу, то есть для вас, какая-то манипуляция уже имеет место быть, да,
вот, сокрытие своих желаний, вот, и это, конечно, весьма, скажем так, ну, весьма-весьма показательно, да, если вы так поступаете. То есть поступаете вы здесь явно как не, ну, как не свободная личность. Так, значит, я выставил паузу, на третий день зашел ко мне на работу, на пару минут выпили кофе, я разошлись, потом мое терпение лопнуло. Вот опять, да, опять терпение лопнуло. А по поводу чего ваше терпение лопнуло? То есть, чего вы хотели, что ваше терпение лопнуло? То есть, вы же понимаете, что раз терпение лопнуло, значит, вы чего-то хотели. Вот. И раз вы чего-то хотели, значит, вы пытались свое желание или свои желания отодвинуть на задний план. То есть, как бы, вы просто их, значит, подавляли, 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 но никак не реализовывали. Вот. И это, к сожалению, при том, что мужчина, в принципе, не может сейчас, как бы, удовлетворить ваши потребности, то, что вы хотите. Вот. То есть, по поводу чего у вас лопнуло терпение? Вот просто по поводу чего? Это то, что нужно в любом случае выяснить. Потому что это то, что делает вас, к сожалению, то, что делает вас не свободным в отношениях. Потому что терпение лопаться у вас, ну, скажем так, да, не должно. То есть ему не с чем лопаться, ибо мужчина ничего такого не делает. У него банально могут быть дела, у него банально могут быть какие-то свои проблемы. Вот. И так далее. То есть тут, конечно, вот очень важна ваша, опять же повторю, да, субъективная сторона процесса, субъективная сторона отношений, субъективная сторона вот этой вот истории, которую вы описываете. Дальше. Так, из меня как будто дьявол вышел, да, потому что вы подавляли все, теперь это вырвало. Начала писать гадости. По поводу, в чем обвиняли. Потом даже Надежда написала, что не поняла сама, что делала, и попросила прощения. Ну, то есть вы ведете себя как классический такой человек, которым владеет его чувства, да, который не отдает себе отчет в том, что происходит, чего он хочет, вот, который не выражает свои чувства и желания в реальном времени, вот, и который сам в результате из этого страдает. Вот. То есть прежде чем вступать в отношения, вам, ну, нужно, надо бы, ну, по крайней мере, желательно вам поработать над своей эмоциональной грамотностью, чтобы вы все-таки отдавали себе отчет, да, в том, что вообще происходит, что вы хотите на данный момент. И чтобы не было вот этого напряжения, потому что, ну, ни один молодой человек, да, на столь раннем этапе не захочет нести ответственность за подобные ваши вспышки, да, на подобные ваши оскорбления, при том, что со стороны это выглядит так, как будто вы просто взяли и вот внезапно, да, его в чем-то обвинили. Просто взяли и просто в чем-то обвинили. Вот. То есть я понимаю, что для вас это очень все важно. Я понимаю, что вам-то все действительно там горит тяжело и так далее. Но почему терпение этого было? Ведь не должно было такого быть.
что бы ни происходило между вами, терпение у вас лопаться не должно, оно вообще не должно было, как бы, о себе заявлять, вот. А вы, получается, испытывали какие-то чувства, когда мужчина с вами не взаимодействовал? У вас появлялись какие-то мысли, вы начинали что-то испытывать, что-то думать и так далее, так далее, так далее. Вопрос, что конкретно, что и почему? Вот пока этот момент разобран не будет, да, я думаю, что вам в отношения вступать, ну, будет чревато, потому что все это будет заканчиваться, вероятно, вот так. То есть просто вот, ну, таким вот образом все будет заканчиваться. И поскольку я уверен, что вы этого не хотите, да, вам бы хотелось, чтобы все было по-другому, вот, то и, соответственно, над причиной того, что терпение лопнуло, и вы взорвались, по сути, вот, и нужно работать. Ну, если подходить к вопросу вот так вот, серьезно, с точки зрения профессиональной психотерапии, да? Так, теперь не пишем друг другу, он молчит, и я молчу. А вы-то, собственно говоря, почему молчите? То есть вот конкретно вы молчите, почему? То есть, грубо говоря, с вашей стороны как бы косяк этот. Ну, такое вот не совсем объяснимое поведение. С вашей стороны. И молчите вы почему? Если вам как бы, ну, если вам отношения важны, да, вот, то по какой причине вы молчите? Если вы хотите, чтобы, значит, ну, чтобы у вас все было хорошо, если вы хотите, вот, то нужно проявить инициативу, вот. А получается, что вы сами не пишете, потом взрываетесь, пишите гадости и опять молчите, вот. То есть нужно реально человеку показать, что вы поняли, что что-то не так. Нужно реально показать человеку, что вы другая, что вы не такая, что вы не истерите по там поводу без повода, вот. А он что видит пока? Что сами вы не пишете. Так а не пишете почему? Какая здесь субъективная позиция? Мы очень часто сталкиваемся друг с другом, город большой, куда бы я ни пошел, сталкиваемся постоянно, от этого еще сложнее. Сложность в чем? Ксения. Ну вот, серьезно, в чем сложность конкретно? Сложно кому? Сложно вам. Сложно молодому человеку. Кому сложно? Что вы делаете для того, чтобы этой сложности не было? Вот конкретно вы, опять же. И делаете ли вы что-то для того, чтобы сложности не было? Понимаете? Вот. То есть я не говорю, что вы не делаете ничего, на самом деле. Я не говорю, я не хочу это сказать, что вы ничего не делаете. Но просто, исходя из вашего текста, да, вот такие вопросы, как бы, появляются. Я вам их задаю, чтобы с этого начать выяснять вашу историю, чтобы с этого начать разбираться во всем этом. Вот. Потому что по-другому нам не понять. То, что с вами происходит,
почему с вами это происходит, и как и что делать дальше, чтобы этого не повторилось. Вот. И самое главное, а хотите вы чего-чего? Вот вы же об этом не пишете, чего вы хотите. Во всей этой ситуации, да, вы не пишете, чего вы хотите, какие у вас желания. Понимаете? А это важно. Теперь мне сложно разобраться, что происходит со мной. Ну вот вы для начала со своими чувствами разберите, да, то есть посмотрите, что, что вообще за чувства вы испытываете, да, то есть какие это чувства и что они из себя представляют, эти чувства. Просто по чувствам своим пройдите, по тем вопросам, которые я задал, вот, и все. То есть вам непонятно, что с вами происходит, да, сейчас. А вопросы, тогда как вопросы, появляются несколько еще раньше. Уже на этапе встреч ваших с ним. На этапе вашего поведения, на этапе того, что вы пишете, что поступило как разумно. И что это волшебство, знаете, вот на этом этапе разбираться уже нужно, знаете, вот. И разбираться с вашими чувствами, с вашими взглядами, с вашими установками, с вашей позицией относительно этого, вот, и так далее, по-другому никак, вот. Дальше влюбляться я не планировала. А вы считаете, что влюбиться можно вот по желанию, да, то есть захотел влюбился, не захотел не влюбился? То есть, если это у вас происходит, не подконтрольно, да, то есть вы влюбляетесь вот достаточно быстро, вот, то здесь речь идет о скорее ваших потребностях опять же. Вот. То есть речь здесь не идет о том, что вы хотите того или иного конкретного человека, да, сделать счастливым, например, мужчину. Вот. Речь так вопрос не стоит. Вопрос стоит конкретно, что вы чего-то хотите. И вы всеми силами пытаетесь это получить. То, что вы хотите, вот. А, соответственно, чувство — это окрас. В том числе, это и некий такой, можно сказать, социальный окрас, потому что вы человек не глупый и понимаете, наверное, что вот, ну, что просто так, если вы вот стремитесь человека, да, использовать, вот, но просто так это будет как-то эгоистично слишком, да, может быть, вот, и вообще, как бы, общество не, ну, не одобряемо, то, что общество не одобряется, вот. И вы, как бы, это знаете, и, соответственно, объясняете себе это тем, что вы влюбляетесь. Вот. Ну и что важно, да? Что важно? Важно то, что вы говорите, я хочу возобновить отношения. Для чего возобновить отношения? Вы хотите? Зачем возобновлять отношения? То есть, вот, чтобы что возобновлять отношения? Конкретно какая цель
возобновления отношений, если вы не планируете влюбляться. То есть, если вы не планируете влюбляться, а отношения строить вы планируете, то возникает вопрос тогда, а отношения-то вам зачем в таком случае нужны? Для чего они вам, на каких основаниях вы тогда и хотите строить? Понимаете? Вот. Дальше. Еще на что хотел бы обратить я ваше внимание. На то, что вы спрашиваете, вернутся ли отношения так, как будто отношения это что-то отдельное от вас. Нет, нет, нет и еще раз нет. Отношения это не что-то отдельное. Отношения это что-то, что строите вы. И только от вас зависит, вернутся они или нет. Не от кого-либо другого. Только от вас. Только вы отвечаете за то, вернутся отношения или нет. И, соответственно, если вернутся, да, то там, в каком виде. Вот. Не нужно, как бы, выносить отношения за, как бы, границы конкретно вас, за границы конкретно себя. Вот это, ну, не совсем адекватно, это не совсем справедливо. Вот, потому что отношения все-таки строят люди. Вот. И то, что вы отношения выносите, да, то, что вы спрашиваете, вернутся ли отношения как бы сами по себе, вот, это говорит о том, что, опять же, вам они нужны, важны они вам, отношения. И важны, при прочих равных условиях, гораздо больше, чем это способствует вашему свободному поведению, вот, об отношениях. И, соответственно, мешает вам быть, ну, скажем так, свободным. Вот. В отношениях. Вот. Дальше. Следующий момент. Обратите внимание на то, что вы не задаете вопрос. То есть, вернутся ли отношения, да, вы пишете, но вы даже не ставите там знаков вопроса, да, то есть, сами понимаете, наверное, что это вопрос. Как бы такой очень абстрактный, вот, и он, на него ответить нельзя, вот. Так а чего тогда хотите? Опять же, чем конкретно может вам помочь психолог? Вот именно психолог, чем конкретно может помочь вам? Вот прямо конкретно, чем может помочь психолог вам? Что может психолог сделать для вас? Какую проблему может решить для вас психолог? Вот. Ну, конкретно вот, если так вот подумать. Вы сформулируете запрос, да, вы сформулируете запрос, чтобы мы поняли, чего вы хотите для себя, что хотите изменить, поменять для себя, да, вот, и тогда уже
мы сможем помочь. А пока, вот, пока непонятно, чего вы хотите по итогу. Понять себя, мужчину, разобраться в себе, в мужчине, определить, почему у вас отношения не складываются. Вот. Запрос вроде бы и хороший у вас. Разобраться в себе. Вот. Вроде бы хороший запрос. Но нет ощущения, что он стоит как бы во главе угла вашего текста. Есть ощущение, что он идет как бы, ну, следом. А волнует вас совсем другое. Понимаете? Вот. Если вы ведете себя так же в, ну, вот, собственно, в отношениях, да, с мужчинами, то я не удивлен, что у вас отношения не получаются. Потому что мужчины просто не знают, что делать, они не знают, чего от вас ожидать, они не знают, как вы себя поведете в следующий момент. А возможно, вам имеет смысл более искренне себя вести с мужчинами. То есть, ну, четче говорить о том, чего вы хотите конкретно. Потому что вы же общаетесь с мужчинами, а не с женщинами. Вот. Мужчина очень часто может не знать, что вам нужно. Вот. Чего вы хотите. Вот. И, соответственно, это рождает определенные, ну, недопонимания между вами. Подумайте, что вы хотите, и решите для себя, ну, тогда уже можно будет вам помочь. На этом все, надеюсь, помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.